А вот в Наурызбайском районе появится новое место семейного отдыха – Алемпарк. Его общая территория растянется на 4,5 гектара. С ходом реализации проекта ознакомился Аким Бахыджан Сагентаев. Глава мегаполиса этим утром лично посетил объект и побеседовал с местными жителями. Новый парк будет способствовать повышению посещаемости объектов культуры и отдыха города, обеспечит комфортное проживание горожан, создавая уютные зоны притяжения людей. Жители не только района, но и всего города будут приезжать сюда, чтобы прогуляться с семьей и друзьями, покататься на аттракционах. Благодаря уникальной концепции парка весело провести время смогут не только дети, но и взрослые. Наш район развивается, становится лучше и краше. Открываются новые места для отдыха и досуга. Весть о том, что у нас появится семейный парк, меня очень порадовала. Будем ходить сюда с детьми и приводить своих гостей. По мнению жильцов, место расположения парка выбрано очень удачно. Живописный вид на горы придаст массу положительных впечатлений во время прогулок. Отметим, в целях обеспечения комфортного проживания горожан в Наурызбайском районе за 2 года намечена реализация 87 проектов для создания благоприятной среды. В текущем году в рамках программы «Бюджет участия» реализуется 50 проектов. Мы видим то, что интерес населения к этой программе из года в год с хорошей динамикой возрастает. В целом, по генеральному плану на территории нашего района планируется построить 2 парка.